1995 году федеральным законом был установлен перечень дней воинских славы России, и одной из первых дат, установленных этим перечнем, стала дата, связанная с битвой на Чудском озере. По-другому в историю это событие вошло как ледовое побоище. Само сражение произошло 5 апреля 1242 года, а День воинской славы в пересчете на новый стиль был установлен 18 апреля. 13 век был одним из наиболее противоречивых в истории России. С одной стороны, это события, связанные с началом агрессии с востока и юго-востока монголо-татар, а с другой стороны, это агрессия, которую осуществили с запада рыцари военно-монашеских орденов. Именно в этот период формировались основы русского менталитета, связанные с такими чертами, как отвага, самоотверженность и мужество. На рубеже 12-13 веков начался период, вошедший в историю как северные крестовые походы, организованные под эгидой Папы Римского. Целью этих походов было, с одной стороны, распространение насильственной католической веры, а с другой стороны, захват новых территорий в Прибалтике и на северо-западе Руси. Этот период также характеризовался политической раздробленностью. На Руси не существовало единого государства. Еще с середины 13 века страна распалась на ряд независимых княжеств и территорий. И к началу 13 века существовало уже более 50 таких государств. Поэтому не существовало единой системы обороны, не было единых вооруженных сил. И каждое княжество, каждая земля пытались обороняться самостоятельно, что во многом упрощало агрессорам достижение их целей. В частности, пришедшие с востока монголы разгромили княжество Восточной и Южной Руси, но не добрались в силу географических причин до земель на северо-западе. С другой стороны, земли северо-запада, такие как Псков и Новгород, испытали на себе агрессию военно-монашеских орденов, которые образовались на рубеже 12-13 столетий. И в частности, противостояние с Ливонским орденом. Примерно в середине 30-х годов активизируется агрессия данного ордена по отношению к землям Прибалтики, а также к землям северо-запада Руси. Ливонский орден был образован в 1237 году и основной целью ставил захват близлежащих территорий, таким образом осуществляя так называемый натиск на восток, который на протяжении нескольких предыдущих десятилетий характеризовал историю Европы. Особую роль в этот период играл новгородский князь Александр Ярославович, вошедший в историю под прозвищем Невский. Именно с его именем связано отражение тех агрессивных действий, которые осуществили по отношению к Руси западные рыцари. В 1240 году Александр со своей дружиной одержал победу над передовым отрядом шведов на реке Неве, за что получил прозвище Невский, под которым он, собственно, и вошел в историю. Александр – одна из ключевых фигур отечественной истории. С его именем связано в том числе сохранение суверенитета и независимости рядом русских земель в тот же самый период, когда другие русские территории эту самую независимость потеряли. Наиболее значимым событием, связанным с противостоянием с западной угрозой, стала битва на Чудском озере 5 апреля 1242 года, когда на берегах данного озера сошлись отряды Ливонского ордена и отряды новгородского князя Александра при поддержке вооруженных сил его отца и брата. Во многом мы черпаем визуальные образы данного сражения из кинофильма 1938 года «Александр Невский» режиссера Сергея Эйзенштейна. И те образы, наглядные образы, которые в нашем сознании имеются, сформированы
именно данным кинорядом. Другое дело, что нужно иметь в виду, что во многом кинофильм не отражал истинную природу тех событий, которые происходили в начале 13-го столетия. И соотношение с теми историческими источниками, из которых, собственно, мы черпаем основные данные по поводу данных событий, очень условны. Особенностью данного сражения стало то, что оно зафиксировано как в русских исторических источниках, так и в западных, в частности, применительно к России. Это источники «Новгородская первая летопись», «Житие князя Александра Ярославича», а западный источник, основной западный источник – это «Ливонская рифмованная хроника». По-разному данные источники отражают эти события. В общем-то, в этом нет ничего удивительного, так как победители и побежденные очень часто трактуют по-иному одни и те же события. Одни преувеличивают, другие преуменьшают. Победа на Чудском озере дала шанс определенным русским территориям сохранить суверенитет, но и здесь не лишне как раз обозначить то значение, которое сыграл Александр в русской истории и в дальнейшем ее ходе. В частности, северо-западные русские земли в лице Новгорода и Пскова сохранили независимость, что особо было важно для периода 13-го столетия. Также Александр выступил как защитник исконной русской православной веры, ведь западные рыцари шли как раз с целью насильственного распространения католичества. Нередко Александра называют любимый князь русского духовенства, в том числе он был канонизирован русской православной церковью в середине 16-го столетия и во многом до сих пор является символом и защитником русской земли от иноземных угроз. Также Александр сумел установить достаточно тесные контакты с монгольскими ханами, что в дальнейшем обусловило в том числе и внешнеполитический вектор развития Руси. Здесь некоторые историки говорят о том, что кроется очевидное противоречие в деятельности данного военного и политического лидера. С одной стороны, он защитил Русь от угрозы Запада, а с другой стороны, вольно или невольно, способствовал установлению Ордынского ига на других русских территориях. Нужно сказать здесь, что Александр по большей части являлся прагматичным политиком, который в условиях невозможности продолжения борьбы с угрозой с Востока в лице монголов принял единственно верное решение и определил вектор того, каким образом будут складываться политические события в дальнейшем. Ну и далее потомки Александра утвердятся в качестве правящей династии в Московском княжестве. Младший сын Александра, князь Даниил, станет родоначальником московской ветви князей, а Москве будет суждено в дальнейшем, в том числе, возглавить процесс объединения русских территорий и уже свержения Ордынского ига. Таким образом, можно сделать вывод, что то направление, тот вектор, который был заложен князем Александром, на протяжении следующих столетий являлся основным в определении внешнеполитического курса. Не случайно, что имя Александра на протяжении веков всплывало в русской истории, так, в частности, в середине XVI века при царе Иване Грозном имя Александра и его деятельность выходят на первый план. Во многом это было связано с тем, что одной из основных внешнеполитических задач уже XVI столетия стала необходимость достижения выхода в Балтийское море. Началась длительная затяжная Ливонская война, правда, закончившаяся поражением страны, но тем не менее та роль, которую сыграл Александр еще в 13-м столетии, когда сумел сохранить для Новгорода и Пскова выход в Балтийское море, эта роль была отмечена и в столетии 16-м. Вновь на первый план личность Александра выходит уже в начале 18 века, когда Петр I одной из основных целей Северной войны будет также ставить достижение выхода в Балтийское море.
Ну а дальнейший интерес к личности Александра уже связан с событиями 20 века, это в частности 30-е годы, предшествующие периоду начала Второй мировой и Великой Отечественных войн. В конце 30-х, начале 40-х годов проводились аналогии в том числе с 13-м столетием. Вновь возникла угроза Запада, исходящая от нацистской Германии. И вот эти параллели, они были очевидны. Ну и как раз эти параллели мы можем увидеть уже в вышеупомянутом фильме «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна. Если касаемо периода современного, то вновь личность Александра выходит на первый план. И в частности можно привести такой пример, что в 2008 году в рамках телепроекта проходило голосование, предусматривающее выбор наиболее значимой фигуры всех периодов русской истории. И в этом голосовании победу одержал Александр Невский, что опять же подчеркивает значение деятельности данного исторического военного лидера, несмотря на то, что с его деятельностью нас разделяет почти 8 столетий.